25 августа в парке Станицы Северской прошел фестиваль «Шаг к успеху». В нем приняли участие педагоги образовательных учреждений района. Гостями мероприятия стали депутат ЗСК Сергей Орленко, председатель районного совета Владимир Захарченко, заместитель главы района Марина Наумейко. Разрешите мне от имени главы муниципального образования Северский район Андрея Владимировича Дорошевского от всей души поблагодарить вас за ваш труд, за то, что вы взращиваете, воспитываете и делаете будущее нашей страны. Здесь же прошла торжественная церемония награждения педагогов за активную работу в прошлом учебном году. На аллеях парка открыли тематические площадки, на которых команды образовательных организаций представили свою работу по различным направлениям. Участники подошли к процессу творчески. Здесь были и выставки детских работ, и результаты защиты проектов, фотографии, награды, современное оборудование, которое уже применяют в работе. Воспитанники школ и участники детских организаций тоже приняли активное участие в работе площадок. Педагогическая общественность района и гости смогли посетить каждую площадку. Формат фестиваля позволил образовательным организациям обменяться уникальным опытом, продемонстрировать новые наработки и наметить векторы работы в будущем учебном году.